деформационный шов, который закладывается, рассчитывается и закладывается проектом в тех местах, где может появиться трещина. Деформационный шов существует для расширения и сужения при разности температур. В летний период он расширяется, в зимний сужается. Все время ведется наблюдение за зданием и трещинами, которые там появляются, и за этим же температурным швом. В настоящее время составляется смета для того, чтобы этот шов герметизировать специальными растворами. Не будет появляться трещина, так как специальные растворы расширяются и сужаются. Герметизация служит для того, чтобы при расширении и сужении не появлялась трещина. Деформационный шов, он никогда не был опасным и не будет опасным.